Ограничения, вводимые в связи с пандемией коронавируса, будут касаться только тех граждан, которые не прошли вакцинацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что при наличии QR-кода или подтверждающих прививку документов житель региона не будет чувствовать ограничений. Но для людей за 60, игнорирующих вакцинацию, риск заболеть очень высок. Губернатор подчеркнул, что 80-85% ковид-пациентов – это люди старше 50 лет, не сделавшие прививку.